Я приветствую вас на канале Повязушки с Танюшкой. Сегодня я хочу предложить вам связать детский костюмчик. Вы можете связать такой костюмчик как для мальчика, так и для девочки. И используя этот мастер-класс, подставляя свои данные, мерки, вы можете связать данный костюмчик на любой возраст. Этот мастер-класс будет идти у нас в двух частях. Мы свяжем с вами сначала штанишки. Вот так смотрятся штанишки. У них завышена идет спинка. Это будет плюсом для того, чтобы штанишки хорошо закрывали спинку, да, и кофточки не выползали из штанов. Вот такие штанишки у нас идут по низу. Есть ластовица. И вот так смотрятся штанишки по спинке. Все достаточно просто и аккуратно. И в следующей части мы свяжем с вами вот такую замечательную кофточку с прямым рукавом, с простой проймой. Кофточка идет на пуговицах и вот с такой замечательной горловиной. И планка здесь не пришивная, а получается цельновязанный. Пришита у меня здесь аппликация и сразу скажу по расходу пряжи на весь костюм. Получается, на штанишки у меня ушло 3 моточка пряжи. 2 моточка розовой пряжи у меня ушло на кофточку и 1,5 белой. Этот костюмчик у меня вышел где-то на 6-9 месяцев. Если вы будете вязать по мастер-классу, я вам там говорю, что я вяжу впритык, потому что у меня мало пряжи, сделала чуть меньше пройму, да. Лучше всего делать ее пошире, чтобы носить поверх какой-то теплой одежды. Поэтому приготовьте себе на всякий случай 6 мотков, например, пряжа одного цвета и 2 моточка другого цвета, и вам будет достаточно. Также этот костюмчик вы можете связать в одном цвете, уже смотрите по своим желаниям. Итак, если вам понравился данный костюмчик, то давайте приступим и вместе с вами его свяжем. Итак, в первой части мы с вами свяжем вот такие замечательные штанишки. Они идут с ластовицей и завышенной спинкой, что будет удобно для вашего ребенка. Соответственно, здесь у нас попа будет чуть побольше, и это будет хорошо сидеть на памперсе. На штанишки мне понадобилось 3 моточка пряжи. Плюс ко всему нам нужна сюда резинка. Резинку я использовала широкую, где-то 3 сантиметра. Для вязания данного костюмчика я буду использовать пряжу Naka Baby Marvel. В этой пряже 25% шерсти и 75% акрила в 50 граммах 130 метров. И для вязания я буду использовать спицы номер 2,75 для резинки и номер 3,75 для основного полотна. Как и обычно, для начала вязания мы вяжем образец. Я вязала образец резинкой и лицевой гладью. Можно связать образец резинкой плюс узором. Это вы уже решаете сами для себя, как вы вяжете образцы и как вы рассчитываете плотность. Я иногда вяжу и так, и могу связать и так. Для себя я сделала вот такой небольшой эскиз, начертила, да, как будет выглядеть костюмчик. И расписала плотность, соответственно, у меня в 1 сантиметре в резинке 3,29 петель и в 1 сантиметре вверх 3,7 рядов. Связала узором полотно и рассчитала плотность на спицах 3,75. У меня получилось в 1 сантиметре 3 петли и в 1 сантиметре вверх 3,08 рядов. Написала себе размеры. Измеряла по своей доченьке. Обхват ножки вот здесь у меня 15 сантиметров. И обхват ножки в самом широком месте 21 сантиметр. Я писала без прибавок на то, чтобы была свобода облегания. Потом в дальнейшем эту свободу я добавляла. Длина ножки 13 сантиметров. И длина штанишек у меня получилась где-то 28 сантиметров. Возможно, это будет немножко длиннее, потому что ребенку лучше, когда штанишки чуть повыше, потому что рубашки и все остальные кофточки, чтобы не выползали со штанов, чтобы было ребеночку намного теплее. Обхват животика 42 сантиметра, обхват бедер 48,
Ластовица где-то будет 5 сантиметров у новорожденных, она чуть побольше. Ну и далее по кофточке обхват руки 12 сантиметров у запястья, обхват руки в самом широком месте 15, длина рукавчика 14 и длина самого изделия где-то 27-30 сантиметров, обхват груди 45 сантиметров и обхват шеи 30 сантиметров. Вернее, не самой шеи, да, а около шеи 30 сантиметров. Ну и затем уже я перешла на вязание. Себе написала схему узора, как я буду вязать узор. Раппорт получается узора 4 петли, минус 1 для асимметрии и плюс 2 кромочные петли. Но в резинку я вот этот раппорт не рассчитываю. Для начала я беру первую мерку 15 сантиметров обхват ножки. И для свободы также облегания я прибавила только 2 сантиметра, потому что резинку, когда я вязала, я в принципе в образце ее не растягивала, поэтому она будет свободно прилегать к ножке. 17 я умножила на плотность и получила, что для начала вязания мне нужно набрать 56 петелек. И затем уже перешла ко второй мерке 21 сантиметр, прибавила 6 для свободы, получила 27 и умножила на плотность 3 петли для узора. Получила 82 петли, я округлила до 81, так как нам нужно количество петель, которое делится на 4, отнять одну петлю и прибавить 2 кромочных. У меня получилось, я взяла 80 петель. Минус 1, 79, и плюс 2, 81 петля. То есть мне нужно будет прибавить после провязывания резиночки 25 петель. Рассчитала, что это примерно будет через каждых 2 петельки. Я уже одну штанину связала. Вот так она выглядит. Обычным способом. Он достаточно эластичный, поэтому я не делала никаких итальянских наборов, дабы не заморачивать это видео. И набрала 56 петель, в которых 2 у меня получаются кромочные петли. Провязала резинку 3,5 сантиметра. Дальше я себе, конечно же, все расписала и вам покажу. 3,5 сантиметра я умножила на плотность 3,7. Получила 13 рядов, но я провязала 14, дабы у меня получилось четное количество рядов. Следующий ряд у нас идет изнаночный. Как определить изнаночную лицевую сторону? Я для лицевой стороны беру вот такой красивый наборный край. Если мы перевернем на изнаночную сторону, мы видим, что здесь изнаночный ряд. Вот так он выглядит. Провязала 3,5 сантиметра, это 14 рядов. Потом в изнаночном ряду я сделала прибавки. Мы рассчитывали, что нам нужно прибавить 25 петелек. И далее вязала по рисунку 13 сантиметров. То есть всего длина ножки 13 сантиметров у меня, у малышки. Но плюс еще резинка, да, 3,5 сантиметра. Получилось, что я провязала рисунком 40 рядов. И сейчас мы то же самое провяжем вместе с вами. Я покажу, как вяжется рисунок, как я делаю набор. И вместе с вами свяжем вторую ножку. Итак, на спице номер 2,75 обычным классическим способом, либо же любым способом, который для вас более удобен, мы набирать будем 56 петель для начала вязания. Я делаю первых 2 петли и далее делаю набор 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и так далее. Набираем 56 петель. Сделали набор 56 петель, переворачиваем вязание и начинаем вязать резиночку 1 на 1. Первая у нас петля будет кромочная, мы ее снимаем. Следующая петля, все зависит от вас, у меня будет эта петля лицевая. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Я вяжу классическими петлями, вы можете вязать любыми петлями, которые удобны для вас.
Итак, мы вяжем первый ряд. Последнюю петлю мы провязываем как кромочную изнаночной петлей. Переворачиваем вязание, первую кромочную снимаем. Далее вяжем резинку 1 на 1. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Итак, мы вяжем с вами 14 рядов резиночкой 1 на 1. Итак, провязала я резиночку 14 рядов, 3,5 сантиметра. Сейчас переставила на одной стороне спицу. У нас были спицы номер 2,75. Я взяла спицы номер 3,75. Прикрутила. Вы можете взять просто спицы на тросике, да, и вязать дальше уже другими спицами. У меня получается вот это изнаночный ряд. Красивая сторона у меня осталась вот с этой стороны. В этом ряду нам нужно сделать прибавки, прибавить 25 петель, как я вам и говорила, и прибавки где-то получится через каждых 2 петли. Прибавки мы будем делать изнаночными петлями, и этот ряд весь будем провязывать изнаночными. Первую петлю снимаем, вторую провязываем изнаночной петлей, поднимаем протяжку и провязываем скрещенную петлю изнаночной петлей. Смотрим, чтобы так была перекрещенная петля, вот таким образом, и не было дырочек. Снова провязываем 2 петли. Первая прибавка есть, и делаем вторую прибавку. Снова провязываем 2 петли и делаем третью прибавку. И так самостоятельно вяжем, делая прибавление. Итак, сделала я прибавление. В конце ряда у меня получилось 3 прибавки через каждых 3 петли. В принципе, это никак не повлияет на наше полотно. Теперь мы будем с лицевой стороны начинать вывязывать узор. Первый ряд узора мы будем провязывать следующим образом. У нас на спицах сейчас 81 петля. Наши петли, как мы помним, должны делиться на 4, минус 1 и 2 кромочные. Теперь переходим к вязанию рисунка. В первом ряду первую петельку мы снимаем. Далее 3 петли мы будем провязывать вместе, но сбрасывать мы их не будем. 3 петли провязываем. Я провязываю за передние стенки, так как у меня идут классические лицевые петли. Если у вас бабушкин, то вы провязываете, соответственно, за задние стенки. Провязываем 3 вместе, но петли не сбрасываем. Делаем накид и снова из этих 3 провязываем петлю лицевую. Получилось, мы из 3 петель провязали 3 лицевые петли. Далее провязываем 1 лицевую. И этот раппорт рисунка будет повторяться. Из 3 провязываем 3, провязываем лицевая, накид, лицевая. И снова провязываем лицевую. Из 3 провязываем 3 и лицевая. Вяжем этот ряд до конца. В конце у нас должно остаться 4 петельки. Мы провяжем из 3 3 петли и последнюю петлю кромочной петлей. Итак, дошли мы до конца ряда. Провязываем из 3 петель, провязываем 3 петли и кромочную провязываем изнаночной. Второй ряд рисунка мы провязываем изнаночными петлями. Первую петельку мы снимаем и далее все петли провязываем изнаночными. Не забываем, что мы уже с вами перешли на спицы 3,75. Вяжем самостоятельно ряд до конца. Итак, провязали второй изнаночный ряд, переходим к вязанию третьего ряда. Первую кромочную петельку мы снимаем, далее провязываем 2 петли лицевыми и провязываем также из 3 3 петли. Лицевая, накид и лицевая. Провязываем 1 лицевую и раппорт рисунка повторяем. Из 3 петель мы провязываем 3 и лицевая, как и в первом ряду, только вначале мы провязали 2 лицевых и дальше повторяем рисунок.
лицевая накид, лицевая, одна лицевая. Из трех провязываем 3 петли и 1 лицевая. Из трех провязываем 3 петли и 1 лицевая. Вяжем этот ряд до конца. В конце у нас должно остаться 3 петельки. 2 петли мы провяжем просто лицевыми и последнюю петельку провяжем изнаночной петлей. Итак, вывязала я из 3 петель 3. Далее провязываем 2 лицевые и кромочная петля. Теперь делаем разворот, переходим к вязанию 4 ряда, последнему ряду раппорта рисунка. И провязываем так же, как и второй ряд, все петли изнаночными петлями. Итак, провязала я 4 ряд. Вот так смотрится на данный момент рисуночек. Теперь мы будем вязать рисунок вверх без прибавок и убавок, повторяя раппорт рисунка с 1 по 4, и будем вязать так всего 40 рядов. То есть мне нужно провязать от конца резинки 13 сантиметров. Вяжем самостоятельно 40 рядов и затем продолжим вязание. Итак, провязала я 2 ножки, получается 40 рядов рисунка. Теперь мы будем с вами снимать петельки для подрезов. Для этого нам понадобится дополнительная нить и крючок. И будем соединять 2 штанишки в круг и будем вязать уже по кругу. Провяжем с вами для ластовицы дополнительные петельки, наберем и продолжим вязание по кругу. Для этого мы остановились вот сейчас на этом месте, да, на этой штанинке. Получается, если ее сложить вот таким образом, то получится, что у нас начало вот здесь начинается. Мы будем начинать вот с этого места. У нас провязаны все петли, но для начала нам нужно посчитать, сколько нам петель нужно убрать на подрезы и сколько нам нужно набрать петель для ластовицы. Я себе уже это рассчитала. Я для начала взяла обхват бедер у ребенка 48 сантиметров, прибавила 6 сантиметров для свободы облегания, получилось где-то 54 сантиметра, умножила на плотность 3 и получилось, что мне для нормального объема нужно 162 петельки. У нас сейчас на одной ножке 81 и 81, я сложила, у нас получается как раз 162 петли. Но мы будем с вами учитывать, что мы 2 петли возьмем на подрезик с одной стороны, со второй и также на второй штанишке. Получается 4 минус с одной, 4 минус со второй. И плюс кромочные петли у нас уйдут вообще на то, чтобы зашить наши штанишки, да, сделать швы. Поэтому мы отнимем также и их. Будем снимать сразу 3 петельки. И получается, что у нас останется всего 150 петель. Сейчас мы будем продолжать вязать с вами по рисунку. Этих 3 петли, которые мы собрались с вами снимать, можно провязать, потом снять, а можно сразу распустить, да, и перекинуть их уже на дополнительную нить. Я буду все-таки сейчас продолжать вязание, потому что у нас здесь испортится потом рисунок. Я сначала их провяжу, а потом 3 петли сниму. Первую петельку мы снимаем как кромочную, и далее мы должны из 3 вывязать 3. Я так и делаю. 1, 2, 3. Теперь я эти петельки пока верну на спицу, беру крючок, хлопковую ниточку дополнительную, оставляю кончик, и, как мы и говорили, нам нужно снять на дополнительную нить 3 петли. Я провязываю первую, снимаю, далее вторую, снимаю и третью петельку. И тоже снимаю. Все, завязываю узелок и ниточку обрезаю. Все, мы 3 петельки сняли.
Теперь вот эту петлю провязанную мы переснимаем на спицу и вяжем дальше по рисунку. Одна лицевая, и из трех вяжем 3. Раз, два, 3. Одна лицевая. Дальше из трех вяжем 3. 2, 3 и 1 лицевая. Вяжем ряд до конца, доходим до конца, где у нас должно остаться 3 петельки. У нас останется, конечно же, 4. Я потом покажу, что мы делаем. Дошли до конца ряда, одну петельку мы с вами провязываем. И вот этих 3 петли нам нужно снять также на дополнительную нить. Точно так же, как и в прошлый раз, мы провяжем эти петельки. Раз, два, три. Для того, чтобы соединить нам 2 штанинки, нам нужно рассчитать, сколько же петелек нам набрать для ластовицы. Так как мы убрали с рисунка по полураппорта, мы этих полураппорта добавим в ластовицу, чтобы нам продолжить вязать рисунок полураппорта и плюс еще 1 раппорт рисунка. То есть получается 2 раппорта рисунка, это 8 петель. Вывязывая рисунок, если мы начнем вязать рисунок там, где мы остановились, да, на 2 петлях раппорта, и закончим же мы на таких же 2 петлях, нам для симметрии все равно нужна 1 петля. Поэтому я 150 петель, которые мы получили, отняв петельки подреза, 150 я прибавила 8 петель вот этих на ластовицу. Ластовица у нас будет идти с одной и со второй стороны, поэтому сюда еще почему-то я не дописала, еще прибавим 8 петель. 8 петель получается с одной и со второй стороны, и для симметрии одну петлю с одной стороны и одну петлю со второй, то есть у нас получается 168 петель. Таким образом, у нас получается 8 петель плюс 1, 9 петель, и 8 петель плюс 1, 9 петель. Значит, ластовица у нас будет 9 петель. Ну и далее нам нужно узнать, сколько же сантиметров вверх нам вязать до резинки, либо же с резинкой. У нас всего длина штанишек 30 сантиметров должна быть. Мы знаем, что длина ножки ребенка 13 сантиметров, отнимаем, получаем 17 сантиметров. Так как у нас резинка будет 3,5, как на ножках, то мы отнимаем, получаем 13,5 сантиметров, умножаем на количество рядов. И получаем, что нам нужно провязать 42 ряда. Я округляю до 40, потому что вот это количество у нас должно делиться на 4, так как у нас 4 ряда в раппорте рисунка. Давайте сейчас перейдем к вязанию и наберем петли для ластовицы. Итак, сняли петли. Теперь нам нужно набрать для ластовицы, как мы рассчитали, 9 петель. Петли мы будем набирать вот таким образом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь берем вторую штанинку, и первых 3 петли нам нужно также снять на дополнительную нить. Раз, два, три. Здесь уже провязываем так же, как и в начале, 2 лицевые петли. Раз, два. Затем эти петли уже в следующем ряду будут идти на рисунок. И затем провязываем 3 из 3, 3. Раз, два, три и 1 лицевая. Так, вяжем петли второй штанишки до конца.
одну петлю провязываем и 3 петли снимаем на дополнительную ниточку. Сняли петельки, теперь снова набираем для ластовицы 9 петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так как мы первый ряд с вами провязали по рисунку, то второй ряд у нас, который был изнаночным, теперь мы будем провязывать все петли лицевыми. Подводим к началу вязания, сюда я прикрепила вот маркерок, и провязываем все петельки лицевыми. Вот эту петлю первую теперь придется немножко поаккуратнее, чтобы не расщепить эту ниточку, провязать все петельки лицевыми. Итак, мы будем вязать второй ряд до конца. Вот эти петли, которые мы набрали, мы тоже провяжем просто обычными лицевыми петлями. И уже с третьего ряда перейдем на вязание рисунка. Рисунок у нас будет смещаться, так как у нас получается третий ряд начинался с двух лицевых петель, да, мы знаем. Но по провязанным петлям мы видим, если мы начнем вязать вот отсюда, у нас должно быть 3 лицевых в начале. Но так как у нас должен совпадать рисунок, а рисунок у нас состоит из одной лицевой, из 3, поэтому мы должны смотреть, чтобы вот эта ракушка, да, посерединке вот эта петля была лицевая, а вот этих 3 петли провязывались из 3. Поэтому мы начнем вязание вот с этого места, да, вот эти петельки у нас провяжутся лицевыми все, которые мы набрали, и вот этих 3 петли, которые начинаются у нас ножка, мы провяжем из 3 одна лицевая, из 3 одна лицевая. В следующем ряду, возможно, когда мы провяжем лицевой ряд, уже первый ряд рисунка мы будем начинать. У нас здесь будет из 3, а нам нужно провязать, уже захватив вот эту петельку, да, чтобы было из 3 одна лицевая. Поэтому смотрите, вот здесь корректируйте рисунок, чтобы у нас все совпадало. Возможно, нам придется один раз петельку не провязать, да, оставить для рисунка и провязать ее вместе. Так как у нас такой смещающийся рисунок из 4 рядов, поэтому нужно будет, конечно же, подстраиваться. Вяжем теперь самостоятельно. Нам нужно провязать по рисунку 40 рядов, это наш второй ряд. Вяжем и затем продолжим вязание на росточке. Итак, провязала я прямое полотно по кругу, да, получилось вот таким образом на данный момент. У меня провязано чуть больше 13 сантиметров, потому что, девочки, я, во-первых, не вязала 40 рядов, а провязала 48 рядов. Потому что когда я провязала 40 рядов, у меня получилось, что плотность при вязании по кругу и поворотные, да, ряды отличается плотность. Вот смотрите, я когда провязала 40 рядов, я измерила, сколько это у меня получилось в сантиметрах. По-моему, у меня было 11,5 сантиметров, я разделила. Получилось, что у меня плотность 3,64. Поэтому мне нужно было провязать 13,5 сантиметров. Я умножила на 3,64. Получилось, что мне нужно провязать 49 рядов. Таким образом, 49 это либо 48, либо 52. Потому что это число должно делиться на 4. Таким образом, я провязала 48 рядов. И хочу вам вот сейчас в начале вязания, где я остановилась, показать, как же провязывать по кругу этот рисунок, потому что он вяжется достаточно проблематично, если не знать, как это делать. Вот смотрите, я остановилась вот здесь, у меня был маркер, да, и потом начало ряда пошло на смещение вот сюда, по этой линии, вот по этой линии, и вот я где на данный момент, видите разницу, да, начинала, начало ряда здесь было, а сместилась вот сюда. То есть, когда мы провязываем лицевой ряд, мы провязали с вами лицевой ряд,
Вот у нас осталась последняя петля из трех, которые мы провязывали из трех. То есть из трех петелек мы провязываем 3. И вот у нас осталась одна петля, ее мы уже не довязываем. То есть идут все петли у нас лицевыми, кроме вот этой одной петли. И вот с этой петли мы уже начинаем провязывать следующий ряд. То есть мы провяжем из трех. Вот смотрите, у нас идет следующих 3 петли, которые мы провязывали из трех. Вот они, 3, да? И вот одна между ними, и вот это из трех 3. Последнюю петельку мы не довязывали. И захватываем вот эту петельку одну из этих трех. Получается одна между и одна не провязанная. И из этих трех мы тоже вывязываем 3. Это уже будет у нас как бы третий ряд. Вывязали 3, сняли, ну и далее по кругу. Одна лицевая, 3. Далее, когда мы доходим вот до этого момента, у нас все здесь сходится. У нас получается из трех 3 и одна лицевая. Вот с этого момента, вот этих 3, мы уже будем провязывать лицевыми петлями. Ну, как бы мы же не будем этих 3 потом еще раз провязывать из трех 3. Вот с этого момента уже получится у нас, где у нас закончились лицевые петли, получится начало ряда. Надеюсь, я понятно объяснила, и у вас все получится. Ну, если вы один раз это попробуете, у вас, конечно же, все получится. Поэтому провязала я не 40 рядов, 48. Теперь мы должны с вами рассчитать росток. Я остановилась где-то примерно практически у края. Нам нужно провязывать росток вот именно с этого момента. Поэтому мы разравниваем все петли, примерно определяем, где у нас середина от ластовицы, да? Вот так. Берем ручкой или там линейкой чем-нибудь таким образом и смотрим. Вот здесь где-то у меня будет середина штанишек, да? И я себе считаю, сколько здесь петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Это 40, 41 петля. 41 петля, значит, в эту сторону я тоже отсчитаю 41 петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 1 петля. Вот сюда мы крепим с вами маркерок, и росток у нас получится провязанным именно в этой части. Росток мы будем вязать следующим образом. Нам нужно рассчитать, сколько нам нужно провязать рядов. Для этого мы также определяемся с высотой ростка. Но для штанишек я считаю, что можно взять даже 5 сантиметров, 4-5 сантиметров. Да? Допустим, мы возьмем 5 сантиметров. Плотность мы будем уже брать по поворотным рядам. Это 3,08 умножаем. Получаем 15, но для того, чтобы нам связать все в соответствии с рисунком, да, нам нужно четное количество рядов. У нас раппорт рисунка 4 получается ряда, но для поворотных рядов в этом случае нам уже не важно, сколько это будет у нас в рядах. Ну, я возьму в большую сторону 16 рядов. Итак, раз у нас 16 поворотных рядов, значит, с одной стороны у нас должно быть 8 маркеров и со второй стороны 8 маркеров. Обычно, когда вывязывают росток по спинке для штанишек, для ростка берут каждую петельку, да, отделяют и, не довязывая одну петлю, делают разворот, чтобы максимально вот эта спинка была шире. Либо же заходит наперед, если вот вязать без рисунка, да, то нужно захватить петли переда и уже от петель переда плясать, чтобы и боковые части чуть были повыше, и вся вот эта спинка. Мы будем с вами брать по одной петле. Вот сюда я тоже прикреплю сейчас маркерок, чтобы не запутаться, где у нас было начало, да, вязания. Вот я остановилась вот на этой части.
То есть последняя петля у меня уже не провязана. Как мы будем вязать? Будем вязать по мере необходимости, да, петли вводить в рисунок. Если же будут оставаться 2 лишних петли, например, то мы будем их провязывать лицевыми, потому что, в принципе, они не будут видны. Начинаем мы вязать от большей части к меньшей, то есть вот от этой части мы будем вязать. У нас по рисунку идет, ну вот у меня из 3 нужно провязать 3. Нам нужно 16 рядов, поэтому мы делаем в этой части сброс и начинаем вязать с первого ряда. Провязываем из 3 3. Далее одну лицевую. Из 3 провязываем 3. Далее провязываем одну лицевую. И так мы будем вязать до вот этого маркера. У нас получается, мы закончим вязание из 3 3. Далее 1 лицевая и останется у нас 2 петельки. Мы так их и провяжем, 2 петли. Итак, вот я дошла до этого места. Для красоты можно провязать и из 2 2 сделать, можно провязать просто 2 лицевые. В принципе, этого даже видно не будет. Я просто провязываю 2 лицевые. Далее переворачиваю вязание. Это будет наш второй ряд. Вот эту петельку нам нужно снять и подтянуть вот таким образом, на лицо вывести нить. У нас получится двойная петля. Потом, когда мы будем провязывать уже ряд резинкой, эти петельки мы провяжем как одна петля, да? И далее вяжем, как обычно мы провязывали, все петли мы вязали изнаночными петельками. Точно так же довязываем это все дело до вот этого маркера, где мы отметили с вами начало вязания. Вяжем самостоятельно. Итак, довязала я до начала нашего ростка, то есть второй ряд, да? Делаем разворот. Переходим к вязанию третьего ряда. И так мы будем вязать все последующие ряды. Вначале делаю накид на спицу и снимаю вот эту лицевую петлю. И также сильно подтягиваю нитку на изнанку. И у нас получается двойная петля. Далее подстраиваемся с вами под рисунок. У меня получается 1 лицевая и далее из 3 3. Провязываем из 3 3, 1 лицевая, далее провязываем из 3 3, 1 лицевая, далее провязываем снова из 3 3, 1 лицевая, из 3 3, 1 лицевая и так до конца. У нас получится, пока мы дойдем до вот этой двойной петли, мы провяжем с вами последний из 3 петель 3 и останется у нас двойная петля. Вяжем самостоятельно. Итак, провязала я, получается, в третьем ряду из 3 3 и осталась у нас 1 двойная петля. В этом месте делаем разворот и переходим к вязанию четвертого ряда. В четвертом ряду, как и во втором, мы все это повторяем. Петельку снимаем. И вот эту нитку отводим назад. У нас получится вот эта вот такая толстая петля. Поэтому, дабы не было вот таких толстых моментов, мы с вами распустим этих 3 петли и провяжем их просто лицевыми петлями, дабы нам не было никаких уплотнений. Да? Разворачиваем вязание, снимаем петлю и отводим на лицо. Ну и далее четвертый ряд мы вяжем изнаночными петлями до начала ряда, оставив 1 двойную петлю. То есть мы дойдем уже вот до сюда, да, до нашего маркерочка. Можно его будет повесить в это место, где у нас леска. И вот мы оставим эту двойную петлю, остальные петли провяжем. Вяжем самостоятельно. Итак, довязала я до двойной петли. Снова делаю разворот
И это у нас уже будет пятый ряд. В пятом ряду тоже делаем накид, снимаем лицевую петлю и отводим вязание, ниточку назад. У нас уже будет 2 петли двойных, да? И далее вяжем по рисунку. Уже у нас здесь не получается рисунок, мы вяжем 2 лицевые и далее продолжаем вязать из 3 3 под рисунок, 1 лицевая. Так продолжаем вязать рисунок, довязываем, получается уже здесь у нас 2 петли останется двойные, делаем разворот и вяжем до этих 2 двойных петель. Таким образом довязываем с вами 16 рядов ростка. Далее, провязав 16 изнаночный ряд, мы берем спицы номер 2,75 и начинаем вязать резиночку 1 на 1. Вяжем точно так же, как вязали манжеты, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная. Провяжем с вами 3,5 сантиметров. Мы с вами провязывали резинку 14 рядов, поэтому здесь мы провяжем точно так же после ростка 14 рядов резинки, сделаем один декоративный ряд и провяжем еще 14 резинки. Вяжем самостоятельно росток, затем 14 рядов резинки, не забываем поменять спицы, и затем продолжим вязание. Провязала я резиночку 14 рядов и перешла на ту же резиночку, только со смещением на одну петлю. Там, где была у меня лицевая, я провязывала изнаночную петлю, а где была изнаночная, я провязала лицевую. И провязала еще, получается, 13 рядов резиночки 1 на 1 со смещением. Когда мы дошли до начала ряда, да, мы будем делать кетлевку. Кетлевать мы будем резиночку к началу резинки. Вот если смотреть на изнаночной стороне, мы видим вот эту вот первую дорожку с изнаночными петельками. Вот к ней мы будем прикетлевывать вот эту резинку. Перед тем, как начать кетлевать резинку, я подготовила резинку по обхвату животика ребенка. Нужно сделать таким образом, чтобы она была немножечко в натяг, чтобы не было у нас такого, чтобы штанишки болтались на животике. Я уже сделала шов. Шов нужно сделать понадежнее, потому что мы прикетлюем резинку, и потом, если она порвется, придется распарывать кетлевку и для того, чтобы поменять резиночку. Мы сразу прикладываем ее вот таким образом к нижней резинке, чтобы она не перекручивалась. И прикладываем сразу вот таким образом сверху резинку и будем кетлевать, чтобы вот эта резиночка у нас оказалась внутри самой кетлевки. Начинать мы будем с первой петли. Вот у нас идет изнаночная петля. Если мы смотрим на начало вот этого ряда нашего, у нас была здесь лицевая петля. С изнаночной стороны, с внутренней вот маркировок, это будет у нас изнаночная петля. Поэтому мы изнаночную будем прикетлевывать к изнаночной петле. Я втянула, оставила ниточку длиннее где-то в 3 раза и буду приступать к кетлеванию. Так как у нас нитка осталась на рабочей спице с петельками, то мы будем сразу прикетлевывать это к внутренней стороне. Находим любую стенку, которая находится рядышком, и захватываем вот таким образом вовнутрь и подтягиваем. Далее снимаем вот эту петлю, первую изнаночную, и подтягиваем. Далее идем, вот у нас идет лицевая петля, лицевая полоска. Мы захватываем вот за эти бугорочки, которые идут по всему периметру. Снова вовнутрь. Подтягиваем и снимаем следующую петлю. И подтягиваем. Далее соседнюю изнаночную. И снимаем следующую петельку. Следующую в бугорок,
и следующую петлю. Рядышком петлю в изнаночную и снимаем следующую петлю. И вот таким образом, слишком не затягивая, мы пришьем всю резиночку. По ходу пришивания мы прикладываем дальше резиночку, чтобы она не переворачивалась. И делаем по всему периметру как бы вот такую кетлевочку. Слишком петли не затягиваем, чтобы не стянуть нашу резинку. Итак, когда мы сделали кетлевочку, с изнаночной, с внутренней стороны смотрится все достаточно аккуратно. Никаких здесь протяжек, ничего не осталось. Аккуратненько пришитая резиночка. Вот так она смотрится. Спинка выше переда, и на попке это смотрится вот таким образом. Когда штанишки постираются, это будет выглядеть еще намного аккуратнее и красивее. Теперь нам нужно переходить на сшивание ножек самих. Вы можете начать сшивать ножку с одной, со второй стороны до вот этих петель. Можно сначала сшить вот эту часть. Сшивать вот эту часть мы будем именно по петлям, которые у нас шли на закрытие ластовицы. Будем пришивать одно ко второму, вот таким образом. Вот это место, которое останется у нас возле вот этих петелек, оно нам нужно будет для того, чтобы сделать вот этот подрезик, потому что вот эти петли у нас будут пришиваться к вот этим петлям. Вот таким образом. Давайте, я думаю, начнем с ножки, с любой. У меня здесь осталась ниточка. Я буду сшивать именно ей. Если у меня этой ниточки не хватит, потом можно будет взять другую ниточку и далее сшить штаны. Сшивать мы будем на лице, как обычно. Вот эти все кончики можно вовнутрь попрятать. А если, например, мы дойдем до сюда, ниточка закончится, можно и этой ниточкой продолжить сшивать. Сначала нужно нам сделать закрепительную петельку вот к этой ножке. У нас, кстати, одна кромочная шла петля, поэтому будем всегда ориентироваться на ее. Вот она у нас, вот эта кромочная петля. И я введу иголку прямо вот в первую кромочную петлю и затяну. И далее мы будем сшивать петельки по кромкам. Например, я вернусь в эту же петлю и в следующую, например, в перемычку я буду вводить. Снова введу в ту петлю, в которую вышла. Нужно подтянуть вот эти петли. Вот у нас ниточка отсюда вышла. И если растянуть вот так вот петельки, смотрите, у нас здесь тоже есть вот такие вот перемычки. И я введу сюда и в эту перемычку. И подтягиваю. Снова возвращаемся в ту петлю, из которой выходили, то есть из перемычки. И здесь, если подтянуть, тоже мы увидим вот эти перемычки. Вот перемычка и вот следующая перемычка. Снова вернусь в эту петлю, в перемычку и войду в следующую. Вернусь сюда и в следующую перемычку. Сюда и в следующую. Итак, мы делаем шовчик, сильно не затягиваем, чтобы не стянуть полотно. Так шьем и чуть-чуть затягиваем сюда
и в перемычку. И далее сюда. И далее в перемычку. Зашиваем так одну штанинку до вот этих петелек. Эти петельки пока никуда не снимаем. И вторую штанишку тоже до этих петелек. А потом сделаем вот этот шов. Итак, сделав боковые швы у штанишек, выглядит это вот таким образом. Мы должны сделать сейчас центральный шов. Центральный шов мы будем делать точно так же, как и делали шов на ножках. Нам нужно шить примерно одинаково, петля в петлю, вот эту центральную часть. Для этого я заправила нитку в иголку. Где-нибудь с изнаночной стороны я... Можно оставить длинный кончик, потом его спрятать. Делаю закрепительную петельку. Продвигаюсь чуть повыше. И нужно вывести это все дело на лицо. Снова складываю вот таким образом вязание. И будем сшивать. Здесь можно сшивать так, как вам удобно. Лишь бы это было похоже на тот способ, как мы сшивали с вами ножки. Пройдясь петлей, петля в петлю. Можно так раздвигать и смотреть, где есть перемычки. Сшивать мы будем, конечно же, не до конца, а именно до этого момента, где заканчивается у нас вот этот шов. Вот до этого момента. То есть сшиваем мы только центральную часть. Здесь получается в начале у нас осталось вот таким образом это все выглядит. И в конце у нас должно остаться точно так же. Такое же отверстие. Можно сделать еще один шов. Так, когда мы сделали центральный шов, нужно переснять вот эти петли, которые мы оставляли для подреза, на спицу. Переворачиваем вот таким образом к себе. Здесь у нас по 3 петли. Ниточку подтянули
и вытянули вот эти петельки. Два, три. Сняли три петли. И с этой стороны то же самое. Раз. Два. И три. Все, вот эту нитку мы можем расплести. Одну распутали, и то же самое делаем со второй. Все, у нас на спицах 6 петелек. Прикладывать мы будем теперь вот таким образом. То есть 3 петли у нас должно сшиваться вот с этой частью. И 3 петли должно сшиваться вот с этой частью. Для этого можно вывести иголочку вовнутрь штанишек. Нитку закрепить здесь и обрезать. И затем кончик спрятать, либо же сразу сделать закрепку, спрятать небольшой кончик и ниточку обрезать. Так, ниточку отрезаем. Сделать закрепку где-нибудь в любом месте, оставить хвостик, а потом хвостик также мы спрячем. Так, закрепились. До середины нам нужно 3 петли. Мы закрепились вот с этой стороны, вот здесь. Выводим иголочку сюда, снимаем петельку. Нужно ввести иголку не вот сюда, не вовнутрь, а с внутренней стороны. Вот таким образом. Подхватим точно так же одну стеночку. Далее возвращаемся в эту петлю, которую сняли. И теперь вот таким образом вовнутрь петли. И двигаемся дальше, захватываем дальше чуть-чуть полотна. Возвращаемся в эту петлю, которую только что сняли. Вводим иголку вовнутрь. И делаем точно так же с третьей петлей. И чуть-чуть продвигаемся уже к центру. Возвращаемся в эту петлю. Снимаем следующую. И уже будем продвигаться от центра. Получается вот наш центр. Вводим куда-нибудь в центр. Внимательно только не захватите штанинку, да, с внутренней стороны. И чуть-чуть в сторону. Возвращаемся в эту петлю и в следующую. В принципе, можно было эти петельки закрыть сразу и потом сделать точно так же, как вот этот шов, да? Но, в принципе, разницы нет, можно и так. Снова в сторону. Возвращаемся в эту петлю, снимаем последнюю петельку. Центр и захватываем еще кусочек. У нас, если растянуть,
Здесь будет получаться небольшая дырочка, и чтобы ее не было, мы возвратимся в то место, с которого выходили, и вернемся чуть в бок. Вот такой аккуратный у нас будет подрез. Все сочетается с рисунком, ничего, никаких дырочек нет. Теперь выводим иголку вовнутрь в штанишке, в любом месте, только не в то место, откуда выходит ниточка. На изнанке иголку достаем. Можно прихватить рядышком где-нибудь. Сделать закрепительную петлю обязательно, чтобы было все понадежней. И теперь, чтобы ниточку эту не обрезать, можно вот по этому центральному шву передвинуться вот сюда и отойти немножко в сторону, вот сюда. Сейчас я покажу, как это делать. Захватываем небольшое место, да, в шве в этом. И продвигаемся. Вот мы передвинулись, немножко подтягиваем, чтобы нитку не стянуть, и передвигаемся вот к этому месту, где у нас подрез. Мы сейчас на лице снимем петельки. И передвинуться нужно прямо вот к этому месту. Передвинулись и выводим иголочку на лицо. Теперь нужно снять точно так же вот эти петли на спицу. Подтягиваем нашу дополнительную нить и снимаем. Раз, два и третья петля. И со второй стороны делаем то же самое. Раз. Два. И три. Все, теперь эту ниточку распутываем. Можно сразу обрезать. И вторую. Все, теперь у нас тоже 3 петли и 3 петли. Раз мы вышли вот с этой части, мы будем пришивать вот этих 3 петли к этим. И затем сюда вернемся. Вводим иголочку вовнутрь в петлю. Захватываем небольшой промежуток. Снова возвращаемся в эту петлю и снимаем следующую. Снова продвигаемся. Возвращаемся в эту петлю и снимаем третью петлю. Продвигаемся по этой стороне до центра уже получается, к центру. Вот у нас центральный шов. И теперь вот этих 3 петли пришить нужно вот к этому месту. Возвращаемся снова в эту петлю и снимаем следующую. И чуть-чуть передвигаемся.
Так, снова возвращаемся в эту петлю. И выходим в следующую. Передвигаемся еще чуть-чуть. Снимаем вот эту петлю. Где-нибудь закрепляемся. И вводим иголочку снова в эту петельку. И выводим все на изнаночную сторону иголку. Ну и как обычно, с изнанки мы прячем нить. Можем завязать также микроузелок. И далее небольшой хвостик еще спрятать. Все, ниточку мы обрезаем. И смотрим, что у нас получилось. Потом эти кончики все, конечно же, нужно будет попрятать. Вот так смотрится красиво. Подрезы, в принципе, и не видно, что мы делали, да, но небольшие подрезики все-таки есть, которые будут удобно сидеть на ножке. Вот таким образом смотрится. Все аккуратно, никаких дырочек нет. И с обратной стороны на попе. Все, штанишки наши готовы. Вы самостоятельно прячете ниточки, которые остались у вас со внутренней стороны. И стираете штанишки, можете носить с удовольствием. Ну, на этом у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы по мастер-классу, то обязательно их задавайте внизу в комментариях. Я буду рада на них ответить. Ну, а в следующей части мы с вами свяжем к этим штанишкам кофточку. Ну, а пока у меня все. Всем до новых встреч и пока-пока!